Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас торговый день, поэтому постараюсь быстро, коротко и ясно рассказать вам про новинку, поступившую к нам. А это модель Helly Hansen Tsuga. Ботинки зимние. Сейчас мы рассмотрим историю и пройдемся по всем пунктам. Вот у нас еще второй цвет. Во-первых, Helly Hansen, даже не так, Helly Juel Hansen, капитан в 1877, создал бренд, который изготавливал куртки, если я не ошибаюсь, пропитанные льном. Маслом льна, который полностью не промокал, не продувался. Так он начал свой бренд. И уже спустя 5 лет, благодаря Париж Экспо, он смог глобализироваться и продавать уже 10 тысяч изделий. То есть это быстрый был старт, взрыв просто. И по сей день это крупная глобальная корпорация, занимающаяся технологичной, премиум туристической и аутдор одеждой, обувью. Вот у нас, например, вот такие вот ботинки Helly Hansen Tsuga. Это, я вам так скажу, модель, которая уже продается года 3. Она себя зарекомендовала, во-первых, практичностью, легким весом, теплый, очень теплый, непонятно. И даже иногда я, когда слышу отзывы, я не понимаю, почему, за счет чего они такие теплые. Вот некоторые говорят, минус 25, вот эти ботинки. Я не верю. О, я теперь всем говорю, то есть такие ботинки, смотрите, всего толщиной там, да, в сантиметра полтора, могут держать большую даже там температуру, с учетом носка всю зиму. Да, за счет утеплителя, за счет правильной, хорошей кожи, толстой кожи, пропитанной, пропиткой специальной waterproof, то есть чтобы она не промокала, не продувалась, всегда-всегда сохраняла свои теплоизоляционные свойства. И что я могу сказать, у модели очень хороший комбинированный верх. Так, и черные, смотрите. Задняя часть ботинка или 1/3, грубо говоря, так, потеря. Или 1/3 ботинка сделана из искусственной кожзама, что сделано специально для в том моменте, где нужна именно практичность. То есть фиксация пятки усилена хорошим искусственным материалом, искусственной кожей. Вот прям усилена. Также тут гравировка Helly Hansen, пожалуйста. Поехали дальше. Весь перед ботинка сделан из натуральной кожи с waterproof. То есть такая обувь будет не промокать длительное время, допустим, поздней осенью, когда начинаются дожди, и ранней весной, а также зимой, будет просто для них самый самолет. Стоимость у такие ботинки сейчас у нас по 6 тысяч. Успевайте, их есть все по штучке, по размеру. Шикарная обувь, уходящая уже как в середину зимы, уходящий сезон. Можно купить отличные ботинки на года 3-4 минимум. Вот поэтому рекомендую присмотреться, размеры будут подписаны. Что еще плюс? Подошва, она не такая толстая, как у других ботинков. И вы в ней будете чувствовать педаль, то есть автомобильную, гораздо лучше. И они реально такого городского прям типа обувь, которая подходит в город, в повседневку, таскаться с собаками, там детей отвозить в садик, в школу гулять. И просто комфортная прогулка по лесу еловому, да, или сосновому в парке. Вот от таких самое будет то. Подписывайтесь на наш канал. Всем большое спасибо за просмотр. Крайне мы рекомендуем Helly Hansen Tsuga. Внешне уже смотрите сами. Это такие, как я бы сказал, классические ботинки. Ничего лишнего, особенно если в черном цвете. С практичной, с технологичной точки зрения на пятерку. То есть, ну, им целесообразно поставлю 4 с плюсом железно, потому что очень-очень хорошие отзывы, очень крепкие они. И эксклюзивно Winter Sport Челябинск.